Утро понедельника. Одни светильники не работают, другие светильники горят. Не знаю, что это такое. Может быть, это какие-то испытания светильников, проверка их неработоспособности. Но по мне, работающие светильники, когда светло, это просто идиотизм. Может быть, поэтому наши тарифы на электроэнергию дорогие, потому что у нас вот это все горит, когда ему вздумается, а часть не горит. Не знаю, это очень сложный вопрос. Вот так вот. Гори-гори ясно, чтобы не погасло. Выхино будет освещено. Подписывайтесь на канал, а будем бороться, рассказывать вам обо всем, что тут происходит. В следующий раз я отправлюсь осматривать переходы.